Здравствуйте, добро пожаловать в Санкт-Петербург на Первом канале. Большой футбол сборной России против сборной Франции. Сегодняшний матч начнется с минуты молчания в память жертв страшного пожара в Кемерове. Так, ребят, всех приветствую на своем канале, посвященном телевидению, посвященном телевизионной спецтехнике. Сейчас мы уже в Петербурге, на Санкт-Петербург-арене. Здесь тепло, хорошо. Три дня мы были в Лужниках. Про Лужники я сниму подробный видеоотчет попозже. В Петербурге сейчас я нахожусь на так называемом бьюти-шоте. Что такое бьюти-шот, я рассказывал, что это вообще такое за план и зачем он используется в телевидении. Вот. В Лужниках мы ставили на бьюти-шот свою старую Ташибу. Вот. И она не показала, она была мыльная, то есть не показала той детализации, которая нужна. Вот. Потому что камера уже тоже старая. В этот раз мы поставили свою белую Ташибу и тоже, скажем, ее объектив, ее рыбий глаз, да, потому что на бьюти-шоте лучше использовать именно рыбий глаз. Он тоже не показал той детализации, которую хотелось бы увидеть продюсерам эфира. И, в общем-то, я взял с собой гаш, да, и поставил четвертый гаш с блоком Ягаш, я о нем уже рассказывал. Поставил его здесь. Честно говоря, я очень волнуюсь, очень очкую, потому что это как бы очень ответственное мероприятие, сами понимаете. Я вот ставлю, грубо говоря, фотоаппарат. Посмотрим, честно, сколько вот сейчас будет. Сейчас вот я тестирую, он уже 4 часа работает, все хорошо. Отработает ли он вот весь эфир? Ой, главное, чтобы он не вылетел, потому что, ну, если не вылетит, то это будет здорово. Это будет отлично, и тогда уже будет знать, что можно использовать эту камеру как трансляционную. Вот. Вообще, Panasonic ZPR просто должен мне, не знаю, подарить пятый гаш вообще. Или хотя бы дать на тест. Сегодня как раз 27 число, я записался на тест камеры Panasonic EVO-1, но, к сожалению, не смог приехать. Проходит в Москве этот тест. Я бы очень хотел поговорить с представителями Panasonic именно о телевизионных настройках, раз уж они начали вставлять бытовые камеры, да, типа вот серия GASH, именно фотоаппараты, да, Lumix, и вот эти вот камеры, которые они делают типа для полупросъемки, раз уж они ставили вставлять туда много функций, то неплохо было бы, чтобы они добавили еще, там, скажем, сведение в черном, чтобы можно было гамму черного регулировать. Тогда бы было бы вообще отлично, понимаете? Такие вот вещи, если бы они сделали еще шаг детализации, чтобы можно было ее еще больше разогнать, чтобы вообще прям все звенело, да? Было бы вообще отлично. Вот. Я потом сделаю видос. И о Лужниках, и об этой съемке более подробно я расскажу обо всей технике. И о пауке, который летает, и о поликане, который слоумо замедленно 1060 кадров в секунду снимает камера за воротами. Показывает интересные планы. Я об этом обо всем расскажу. Но когда у меня будет свободное время, когда я смогу что-то смонтировать. После этого я сейчас запишу такой бложик без монтажа. Вот. Если кому-то интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В Кемерове завтра общенациональный траур. Ну а сегодня, здесь и сейчас, сборная России выступает в команде Франции. 1-3, еще два товарищеских матча впереди, но уже ближе к чемпионату мира, а затем все. Затем чемпионат мира 2018 в России. С вами были Леонид Слуцкий и Павел Занозин. Большое спасибо за внимание. Прямо сейчас на Первом канале программа «Время». До свидания.